Первый соревновательный день в Дзержинске для братьев Кайдаш получился удачным. В масс-старте классическим стилем в своих возрастных группах и Станислав, и Вячеслав показали себя с наилучшей стороны и смогли подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. Даже в момент, когда Вячеслав, старший из братьев, проходил свою дистанцию, старался наблюдать и за успехами младшего. У него задача была не отпустить нас. Первый круг он работал, потом немножко и тут я ускорился, добавил, но он молодец, он выдержал темп, ну и в своей возрастной он занял первое место. Вячеславу победа тоже досталась непросто. Лыжные гонки классическим стилем требуют от спортсмена изрядной выносливости и способности рассчитать свои силы. Тяжело было, думал, легко удастся. Первый круг ехал, самочувствие было хорошее. Второй круг, гляжу, там соперник не отстает. И пришлось терпеть. Тяжело. Классическая гонка далась тяжелее. В секцию лыжных гонок Станислава привел старший брат. За свою спортивную карьеру он смог заслужить звание кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. И, как признался спортсмен, здоровая конкуренция между братьями всегда присутствовала. Всегда после соревнований мы обсуждаем с братом гонку. То есть смотрим результат. Например, ну, не скрывая, я в детстве где-то брата обыгрывал. В последнее время как бы я в большей степени ему проигрываю. Ну, даже, опять же, естественно, хожу на старт, стараюсь добиться, чтобы его обыграть. Любительские соревнования, на которых удачно выступили братья, это еще одна ступень в их спортивной карьере. Как пояснили спортсмены, если в этом сезоне все сложится удачно, то Станислав отправляется на всероссийское первенство среди любителей, а Вячеслава ждут международные соревнования в Норвегии. Кирилл Васинин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.